Правда ли, что тихие районы Москвы остались только на окраинах? А центр – это лишь концентрат шума дорогих ресторанов, кафе, магазинов и снующих туда-сюда туристов. А что, если я вам скажу, что можно жить рядом с Красной площадью, прямо с балкона любоваться видами Кремля и парка Зарядье, и при этом вокруг вас царит тишина и спокойствие? Одновременно наслаждаться бурлящей энергией города и тишиной исторических скверов можно здесь, на одной из самых популярных локаций Старой Москвы. Добро пожаловать на Бульварное кольцо. Ну что, друзья мои, я приветствую вас в 2021 году. Это первый выпуск в этом новом сезоне. Мы продолжаем с вами говорить о недвижимости. Я очень воинственно, интересно, творчески настроен на этот год. В частности, развивать этот потрясающий продукт, который дает вам вдохновение, дает вам информацию, образовывает. Так вот, о чем мы сегодня будем говорить? Мы находимся в одном очень денежном месте, в самом центре Москвы. Почему оно денежное, я расскажу вам сегодня об этом. Приехали мы сюда посмотреть одну очень интересную стройку. Сразу подчеркиваю, что это стройка. Рассчитывать на то, что сейчас будет исключительная эстетика, нет. Но не показывать вам стройку, это говорит о том, что не давать вам возможность своевременно приобрести продукт по разумным деньгам. Это комплекс особняков. И одна очень важная примечательная вещь заключается в том, что здесь находится 18 пентхаусов. 18 пентхаусов в центре Москвы. Попробуйте предположить, сколько они стоят. А ваше мнение вы можете сразу оставить в комментариях, а ответ мы дадим в самом конце выпуска. Помимо этого, этот продукт я бы отнес к тому, который хочется оставить по наследству. И, наверное, это один из высших эволюционных этапов жизни активного предпринимающего человека, который покупает себе это. Интрига создана, все ответы вы получите в данном сюжете. Хочу сказать еще очень важный момент. Есть несколько проектов в Москве, которые реализуются на уровне закрытых продаж, где сейчас максимально низкая стоимость квадратного метра, где потенциал может достигать 40-50%, если вы покупаете на уровне закрытых продаж. Вы знаете, что делать. Добро пожаловать в мою компанию Lobster Group. Ниже будет ссылка в описании. Я рад вас снова увидеть. Давайте начнем. Что мы имеем с вами сегодня? А сегодня мы имеем клубный проект, состоящий из 8 особняков этажностью 7-9 этажей в самом центре Москвы, который полностью соответствует премиальному сегменту. Сразу особые преимущества. Да? Если мы привыкли, что из центра Москвы стоит клубный дом, там, например, на 18, на 20, на 50 квартир, неважно, но рядом с ним соседствуют какие-то старые обычные дома, соответственно, рассчитывать на некую такую классовое разделение, когда у вас соседи соответствует вашему уровню, скорее всего, не стоит. Это зачастую создает определенный дискомфорт. Здесь же те же самые особняки, но которые находятся на двух разных участках. С одной стороны у нас находятся квартиры, с другой стороны у нас находятся апартаменты. Почему квартиры, почему апартаменты, наверное, рассказывать не стоит, скажу коротко. Одна земля подразумевает строительство жилья, вторая земля не подразумевает, поэтому там находятся апартаменты. В апартаментах я вам скоро расскажу очень интересную информацию, которая позволяет и позволит собственникам апартаментов на ровном месте немножечко подзаработать денег ввиду изменения неких нормативных форм государственных. Достаточно большая территория. Понятно, что это не гектары, и рассчитывать на них в центре Москвы просто не стоит, да? Но как минимум здесь есть детские площадки, здесь есть беседки, закрыта полностью вся внутренняя территория, и, если я не ошибаюсь, должна быть спортплощадка. Террасы, ребята, террасы. Террасы не только на последних этажах, но вот я как вижу, на четвертом этаже есть очень интересная терраса. Ну и, конечно же, пентхаусы, о которых мы сегодня будем вам рассказывать. И мы находимся прямо возле реки, на противоположной стороне у нас находится Кремль. Ну, собственно говоря, осталось только разобрать это все на маленькие детали, для того, чтобы вам стало все ясно. И, конечно же, при желании перейти вниз по ссылке и позвонить нам, а мы с радостью окажем первоклассный сервис. Паш, почему? Давай разберемся, почему все-таки это денежное место. Я это анонсировал. Угу. Да, давай попробуем ответить на этот вопрос. Почему здесь присутствует эта вот энергия денег? Перенесем все немножко в историю, да, все-таки мы в исторической части города. Нашего города, да, Москвы.
И именно на этом месте в 17 веке была Серебряническая слобода, отсюда и название улиц. Здесь жили серебряники, ковали монеты, то есть это был монетный двор. Фактически они эту энергию просто в землю вбивали, которая здесь просто зафиксировалась, да? Да, абсолютно верно. И, конечно же, мы продолжили эту историю. Здесь получилась эклектика, да, всего и в архитектуре, и в дизайне. Это вот фасады в золоте, это какой материал? То есть эта сторона, я понял? Это медь. Это то медь? Есть то, что, да, золотое, это медь. Она будет правильно покрываться патиной, со временем она потемнеет, то есть история приобретет новые краски. Uh-huh. А белое – это юрский мрамор. Соответственно, Москва в 17 веке была белокаменная и золотоглавая. Светлые тона, история, Москва, все-таки, да, история всегда в деталях. Uh-huh. Квадратные метры квадратными метрами, но когда человек уже получает их и успокаивается в этом, да, он как раз получает то удовольствие от покупки, потом начинается уже история вот этой мелочей. Да, то, что он заходит через красивое лобби, которое, опять же, подчеркивает историю монеты. Uh-huh. А, он рассказывает друзьям, где он живет. Какой образ жизни приобретает для себя житель вашего дома? Потому что, ну, приоритетом, я считаю, сейчас на рынке это создание не просто красивого фасада, да, и места, это еще и образ жизни, за которым люди охотятся. Неважно, mm-hmm. за городом они же хотят что-то купить или в городе. Вот как вы эту задачу решали? То есть я вижу, у вас есть внутренняя территория. Не могу сказать, что ее много, но ее достаточно для центра Москвы, yeah. да, для клубного проекта. Какой образ жизни он здесь получит? Есть ли он здесь? Он есть, да. И мы постарались его здесь создать. То есть это получился такой квартал из клубных домов, uh-huh. красивой архитектуры. Здесь абсолютно тихое и спокойное место. Да, с одной стороны у нас идет Серебряническая набережная, где динамика, и те, кто хочет жить в динамике, он может это выбрать. Uh-huh. И обратная сторона – это Серебрянический переулок. Он тихий, спокойный. Он заканчивается прекрасным храмом. Да, угу. И это тупик, то есть там нет никаких якорных, притяжных инфраструктурных точек, да, куда идет поток. Здесь абсолютно спокойствие, тишина. Даже с открытыми окнами в центре Москвы угу. Люди получат тишину. Угу. Тем самым нет в округе практически жилых домов, они здесь единственные появятся. А вот эти вот особняки, это что здесь? Это офисы, это дом, где живут художники. Угу. Они и живут, и работают здесь. Угу. Из жилых домов здесь вот 5 этажей, всего лишь исторический особняк. То есть, короче, это полная изоляция, некий такой полная оазис. Изоляция, да. Оазис еще из денежной энергии. Из да? денежной энергии, спокойствие, титул. Продолжая денежную тему, угу. да, 8 особняков, я как понимаю, что тема денег здесь продолжена в названиях особняков, да, и как они, называются? Вот здесь мы видим особняк Кондор, это южноамериканская монета, и опять же можно увидеть вот на нижних этажах фасадов, да, как раз южноамериканская архитектура, древние Анды, такие пики. Блин, круто сочетается на самом деле этот камень с золотом. Выглядит очень эффектно. Камень мы везем из Португалии, uh-huh. то есть именно там на разрезах достигается вот эта вот однородная отделка, то есть обычно там мрамор, он бывает с расплывами, uh-huh. здесь все-таки он идет более такой белый. Uh-huh. Опять же здесь, да, вот еще один особняк, это французская монета. Да, мы и они видим... отличаются, я смотрю, да, они да? все отличаются вот этими, вот эту, как вырезкой, да? Да. И она соответствует стране, городу или чему? Стране, империи. То есть здесь есть и римские монеты, есть французские монеты. То есть вот это у нас про какую монету еще? Южноамериканскую. Да, это что у нас? Это луидор, то есть французская монета. Французская монета. Да. А какое количество семей здесь в конечном итоге должно жить? Ну, может быть, не семей то вообще. На 4 особняка здесь всего 63 квартиры. А дальше? 110 апартаментов. То есть вот эта часть квартир, та часть апартаментов, да? да? Угу. Соответственно, 110 и 163? 175. 175 лотов, назовем. Лотов, так, да. да? Небольшое количество, это абсолютно камерный комплекс. Но я вначале сказал, что в целом он по основным критериям соответствует премиум-сегменту. Это локация, да. это клубность, это этажность там, да. и угу. количество лотов. Что касаемо паркинга, я его не обратил внимания, где он? Он под нами. Он под нами, да. он большой, да? Он большой, он одноуровневый. Из каждого особняка два лифта спускаются в паркинг. То есть, соответственно, каждый собственник может выбрать вокруг своего лифта, вокруг своей локации.
То есть у нас под квартирами свой подземный паркинг, под апартаментами свой подземный паркинг. А сколько вы разделили, сколько мест на один лот? Одно машинное место. Одно машинное место. А если нужно быть 2-3? А, есть семейный паркинг друг за другом, плюс тенденция либо все-таки не идет все к тому, берут, что да? не все берут паркинг, кто-то живет за границей и покупает себе то семейное гнездо в центре Москвы. Стоимость машины места, стоимость паркинга, можно на премиум такси ездить лет 6-7, поэтому как бы актуальность. О стоимости цена, мы поговорим дальше, да, поэтому давай пока в целом о концепции. Да. Что получат жители этого двора? Они получат здесь ландшафтный дизайн, они получат здесь сухой фонтан. Получат вот именно закрытую территорию между домами. Тут у нас уже река прям, да? То есть фактически да, жители, кто-то смотрит у нас на реку. Да, кто-то смотрит на историю, то есть такие, так скажем, питерские виды, когда исторические крыши Москвы. Какую-то из частей мы увидим, это Кремль. То есть там можно будет. Ну, либо во двор. Часы, двор достаточно эстетичный. Двор я эстетичный. Бы, честно говоря, даже не напрягался бы смотреть во двор. Все очень. Да, вот часто запрос у клиента это не окна в окна, но когда они заходят, они смотрят, они понимают, что они видят окна из там, фасада и красивой архитектуры соседнего особняка. Плюс дома выстроены таким образом, что ну, нет такого, чтобы вот прям исключительно окна в окна. Там поворачиваются в другое окно, а у нас их много. И они уже видят высотку. Поворачиваются там, в третье окно, они видят открытый большой двор. Ну и нужно заметить, друзья мои, это количество окон. Да? Я не знаю, сколько, в каких площадях живете вы и сколько у вас окон, но здесь подразумевается следующая история. На 87 метров здесь 9 окон. Глядя на ценник, я не могу сказать, что это какая-то космическая история. Связано это с тем, что вот с Пашей мы обсуждали, что данный район, данная локация недооценена. То есть, если мы возьмем район Хамовники, то там квадратный метр начинается от 1 000 000 рублей в силу того, что это Хамовники, у Хамовников уже есть репутация. Но Хамовники не резиновые. Как и Замоскворечье. Как и Замоскворечье, как и любой район Москвы, они не резиновые. Соответственно, рано или поздно сюда пойдет спрос и начнет расти квадратный метр. Ну, как бы это логичная история, так же, как это однажды начало происходить в Хамовниках. Поэтому это... Выбирая такой объект недвижимости, да и в целом выбирая что-либо дорогое, нужно смотреть чуть дальше, чем просто я попользовался и не знаю, что будет со стоимостью. То есть мы любому клиенту проделаем просчет, аналитику потенциала, инвестиционного потенциала, когда и за сколько он это может продать. И глядя на этот продукт, а, он эстетичный, б, он классный, интересно находится, он действительно находится в тихом месте, он изолирован, простит. Да, и у него еще есть потенциал. Общее количество сделок за январь-декабрь составило более 1300 штук, что на 11% превышает показатель прошлого года. При этом их суммарная стоимость достигла 112 миллиардов рублей, превысив значение 2019 года на 10% и значение 2018 года на 45%, обновив 6-летний рекорд. В 2020 году такие сделки по лотам в высоком ценовом диапазоне 200 плюс миллионов рублей составили 74 штуки, или 6% от всех реализованных квартир и апартаментов. Хочу напомнить, что 2020 год был очень тяжелым на первый взгляд. Клиент, он, это его не первая и не последняя покупка, и они уже не боятся стройки, они как бы уже визуализируют. Раньше, да, человек заходил там в квадратные метры в бетон и вообще ничего не понимал. Сейчас уже покупатель, он уже видит, он уже архитектор, он уже дизайнер. Это... Но это в этом сегменте. Да, в этом сегменте он уже... Да, даже он не уже... в этом сегменте, а вот мы говорили с тобой про эволюцию жизни. Жизни, да. Целевого клиента, который приходит сюда, она заключается в том, что изначально человек там рос у родителей. Потом он пошел работать, учиться, снял комнату. Потом он стал чуть больше зарабатывать, снял квартиру. Потом у него начала появляться семья, он взял там какой-то кредит, ипотеку. Потом он пожил где-нибудь за третьим транспортным кольцом, уже дети выросли, капитал наработан, и он предпочитает приобрести что-то в центре. Это лифт у нас, да? Мы приехали на лифте. Два лифта. У нас достаточно уютный такой маленький холл. А сколько, две квартиры получается? Три. Три квартиры. Три квартиры. То есть три соседа фактически, два лифта, да? Скажи, вот твои наблюдения, что объединяет всех людей, которые приходят сюда и покупают здесь? Возраст, безусловно, какой да, это, ну, то есть это 40+, то есть та категория людей, которые уже как бы пожила, да, там в бизнес-классе, пожила за городом, дети выросли, школы уже, институты, и они хотят что-то свое, камерное, в центре Москвы, с тихими улочками, спокойствие,
архитектура, премиальный уровень, все убегают от человейников, да, муравейников, то есть как бы минимальное количество соседей. Uh-huh. Не то, что они любят людей, просто чтобы это было вот спокойно и камерно, чтобы это было визуально красиво, безусловно. То есть все хотят сейчас видеть прекрасные лобби, спокойно, чтобы зайти, uh-huh. без кричащих каких-то там uh-huh. элементов. Я считаю, что сейчас продуктом надо удивлять. Потому что я сам нахожусь в числе потребителей, uh-huh. я тоже работаю со всеми этими клиентами. И мое убеждение заключается в том, что недостаточно просто сказать, что у нас классная планировка, у нас классная локация. Люди хотят большего. Вот что большее, вот здесь вот те, кто способен это большее предложить и вызвать эффект вау, когда ты приходишь в проект с базовым ожиданием, мне нужно две спальни, как ты говоришь, uh-huh. да? Я хочу, чтобы было тихо, безопасно, там, локация, а помимо этого, там появляется что-то, чего даже не было в категории потребностей, или он даже не вспомнил об этом, а ты ему это даешь, вот это вот как бы вау. Я считаю, что за этим будущее, и я с удовольствием к этому приложу руку. 118 метров. Ну, по ощущениям, на самом деле, как-то маловато почему-то. Ну, потому как... что это в бетоне, это серый цвет. Если это все выкрасить в белое и уже как бы начать нарезку, да, поставить какие-то элементы. Ну вот ты встань в том конце, и мы будем очень далеко друг от друга. Угу. То есть здесь теннисный корт, по сути, расстояние. То есть если натянуть сетку, можно играть в теннис. Здесь она, понятно, это правильная геометрия, огромное количество окон, большое количество мокрых зон, вспомогательных зон, где можно выстроить гардеробные. Там с твоей стороны как раз располагается кухонная зона, да, и рабочую зону можно утопить. И здесь уже обеденную, гостиную, и тут уже по желанию, сколько спален нужно, столько и можно нарезать. Сколько она стоила на старте? Сколько здесь стоил метр? Метр стоил, стартанули мы где-то 520. 520, мы сейчас в квартире находимся, да? Мы сейчас в квартире находимся. 520 стоила квартира, а метров сколько здесь? 118. Умножить на 118 метров, это 61,360, а сейчас? Она стоит, вот на четвертом этаже находимся, она стоит 85 миллионов. 85 миллионов разделить на 118, 720, начинали 520. Это сколько времени прошло? Год. Вот понимаешь, вот то, о чем я говорил в самом начале, вот просто надо нужным людям позвонить, нужным людям задать вопрос, сказать о том, что я хочу, я намерен, проинформируйте, когда будет, да? Нужные люди поднимут трубочку, вовремя позвонят, скажут, закрытые продажи. Добро пожаловать. 520. 200 тысяч метров. То есть здесь фактически 20 с лишним миллионов просто вот за год они просто, да. Плюсик такой появился. И это еще не финал. Это еще нет инфраструктуры. Это нет инфраструктуры, это еще район заживет. Мы, я думаю, недооцененный район, где и конкуренции нету фактически. Тут конкурентов-то три рядом. Три. Ну ладно. Ну да ладно, как говорится. Да? Мы просто делаем выводы, галочку ставим. Больше ошибок не совершаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять окон. Раз, два, три, четыре, шесть у нас смотрят на реку. Здесь нету магистрали, это все по большей степени ездит в вполне размеренном ритме. Мы видим перед собой библиотека, да, это? Библиотека иностранной литературы. Библиотека иностранной литературы. Ну, вполне эстетичненько, так уютненько. Летом здесь вообще бомба. Вот это будут березки цвести. Плюс дополнительно мы еще будем здесь облагораживать территорию со стороны набережной. Особняки вы посадили таким образом, чтобы не было прям прямых окон. То есть фактически мы смотрим в окна, но за счет того, что он стоит под углом, у нас даже отсюда просматривается река. Да? Соответственно, даже если это спальня. Предположим спальня, да, вы проснулись, вы видите приятного цвета фасад, и все равно остается перспектива. Окей, идем дальше. Здесь все понятно. Хорошо, мы сейчас говорили про квартиру, которая на старте стоила 520. Угу. Апартамент стоил ниже. Апартаменты ниже даже. Сколько? На сколько? На процентов 20 разница у них. Хотя это исключительно... А динамика прироста та же примерно, да? Да, то есть мы выходили в апартаментах, даже был ценник 380. 380? Сейчас апартаменты... Сейчас это бизнес плюс, чтобы вы понимали, 380. Это на старте, да. Где-нибудь ближе к западу, это не центр Москвы. Сейчас это 570, 580, есть и 600. Короче, те же самые 200 плюс, да? А к какой цифре вы в конце хотите прийти? То есть почему я это все задаю, чтобы вы понимали? Я задаю для того, чтобы вам в голове выстроить пропорцию,
того, как может меняться цена и как правильно вовремя нужно принимать решение. Да? Можно купить, конечно же, на финише, если у вас избыток денежных средств, вы не хотели бы сэкономить там 20, 30, 100 миллионов, в зависимости от площади, которую вы покупаете. Конечно, вы можете прийти купить готовое, если останется. Остается обычно все самое неинтересное и неликвидное. Первый человек получает возможность купить за правильные деньги, первый человек получает возможность выбирать, первый человек зарабатывает. Зарабатывает. Я вот люблю этот пример. Ты покупаешь Rolls-Royce. У меня есть хороший приятель, который купил Rolls-Royce новый, поездил и продал его за эти же деньги. Вот есть такая же возможность недвижимости, только пропорция времени не месяц, не два, не полгода, а там можно купить на старте за 500, можно пожить в ней там пятилетку. Понятно, что ты не заработаешь в ней там все 300 прироста, рынок скорректируется, но свои там 150-200 квадратному метру ты просто, ну извините, приятный бонус, как говорится. Ну, хочется, чтобы люди, просто живя здесь, осознавали, сколько это стоит, но не уходили отсюда. Все-таки это история, это место, где нужно оставаться. Ты знаешь, ваш продукт, он ориентирован на ту аудиторию, которая уже набегалась. Да? Ну да, да. Соответственно, сюда не приходят, и, как мы сказали в начале, это хочется отдать по наследству. Так, у нас здесь, напомню, сколько метров? Здесь 87. 87 метров сейчас, да. Они стоят? А, сейчас она стоит 60. 60, 87 метров, 60 миллионов. Хорошо. Так, и что мы тут сможем сделать? У нас есть санузел сразу при входе. Здесь вторая мокрая точка. У нас есть кухня. У нас есть обеденная зона. У нас есть зал. И спальня. У нас есть достаточно большая спальня. Блин, мне кажется, в таких площадях я бы вообще не резал. Вот вы бы порезали, тут 87 метров. Она объемная по свету. Ну вот разрезать ее на калитушки и делать эти лабиринты, я за open space. Что вы скажете? Хорошо. Давай к самому главному. К самому любимому, к самому дорогому, к самому премиальному, к самому эксклюзивному. То, что доступно просто вот выдающимся людям. Мое самое любимое – это пент. Пинты здесь все двухуровневые. А какая площадь у них, Паш? Или они все разные? Они абсолютно все разные. То есть от 168 до 360 метров. Пент 160 метров, это круто. Это как раз вот так, да, если человек уже хочет пентхаус, а пентхаусы в Москве, они обычно там 400-500 и так далее, да, то они здесь могут получить именно то, что вот оптимально для них, для двоих, для одного человека, для там семьи из трех человек. Какая стоимость метра у них сейчас? Ну, то есть пентхаус, вы должны понимать, не выводят на старте продаж. Кто выбирает пентхаус, хотят в него зайти, оценить уже и видовые характеристики, площадь и все остальное. То есть ну, плюс ко всему, как бы, застройщик пользуется возможностью, безусловно, продать это за максимальную цену, это нормально, это бизнес. Ну, обычно в пентхаусе уже заложена та стоимость, если человек захочет выйти и купить его на ранней стадии, то ему выдадут его уже... Ну да, по другой цене. Конечно, по другой сколько цене. В метр был на старте и сколько он сейчас? На пентхаусе был прайс где-то 700. Сразу? 700, да, сразу. Сейчас это 830. Там, то есть 900. Он чуть-чуть медленнее прирастает, но... Ну, конечно. Здесь 235. 235. Да. 171, 550, они сдаются в бетоне все. Они сдаются в бетоне. И квартиры все в бетоне. И все в бетоне. Ни вайтбокса, ничего не делать. Мы зашли, что мы получили? Мы получили большой холл, соответствующий пентхаусу. Да? Мы получили здесь какую-то приятную диванную зону, да? С куфиком. Да. Мы попали здесь, я предполагаю, должна быть кухня, наверное, да? Кухня, столовая. Кухня, столовая, кабинет, там, я не знаю. Все что угодно. Ага. Здесь у нас наверняка должна быть большая гостиная, по идее. Я настаиваю на том, чтобы здесь была гостиная. Да, Здесь есть второй свет. Да. Здесь достаточно много площади. Здесь есть санузел. Здесь есть потрясные виды. Давай второй этаж посмотрим. Там спальня. Ой, классно, что скошенные крыши. Да, они скатные крыши. В коньке достигает 4,7 метров. Блин, здесь качели должны висеть. Здесь просто должны висеть качели. И вот эта стена для фамильных портретов. Вот эта стена для фамильных портретов? То есть это задумка ваша? Нет, это моя идея. Ну, это с учетом того, что те, кто понимают ценность рода, знания рода и
хоть как-то прикасался к этой теме, наверняка найдутся твои идеи очень ценный смысл. Я нашел очень серьезный смысл, на самом деле. Пойдем поднимемся, посмотрим. Апартаментный пент сколько стоит? А, минимально, допустим, сейчас есть, это 130 миллионов. Так, вот здесь вот у нас будет лестница. Да, выход. А здесь у нас будет полноценная спальня с гардеробом. И полноценная спальня. То есть этот блок можно сделать полностью спальней. Плюс есть терраса, да? Да, терраса подогреваемая. Водостоки все подогреваемые. Небольшая, но она есть. Москва-Сити, то есть все, опять же, архитектуры. Камины здесь сделать нельзя. А, камины не запланированы. Знаешь, что я хотел сделать? Я хочу высчитать общую стоимость, примерную общую стоимость пентов. Ну, 100 миллионов. 100 миллионов. Слушай, хорошая инвестиция, когда ты покупаешь себе игрушку под потребность, пользуешься ей, а потом уходишь с прибылью. Блин, это такая редкая история. Не знаю, вот есть ли какие-то прецеденты, вы знаете, кроме дорогих автомобилей, недвижимость, которая работает тоже в единичных случаях, какие-то продукты, вы знаете, которые можно вот так купить, попользоваться 3-4 года, покайфовать от него, а потом продать и как бы уйти оттуда там, ну, хотя бы с 20% прибылью. Просто поделитесь, кто смотрит это? То есть кто приезжает к вам, вот конкретно этот проект, смотреть пент? Ну, на самом деле история разная. То есть, конечно же, это уже там люди с большим достатком, которые переезжают из больших площадей и не хотят менять свой привычный образ жизни, хотят, опять же, большую площадь. Где-то даже, чтобы это было два этажа, да, так как привыкли в доме ходить там, на два этажа, на три, так и здесь. Выбирают, конечно же, исключительно виды и террасу. То есть та точка притяжения, ну, преимущественно, конечно, везде пентхаус, а не с террасами, да. Где-то нет. Здесь мы готовы хвастаться видами с утра до вечера. Здесь, опять же, вся панорама, салюты, воздушные парады, архитектура. То есть там как бы все требования, все точки Москвы важны, они видны. То есть отсюда просматривается до дом на Воробьевых горах. Воробьевых горы? Да, Воробьевых горы. Или дом на Мосфильмовской, который ты видишь? Дом на Мосфильмовской, да, да, дом на Мосфильмовской. А, вот Петра Первого я видел, да, тоже, да. Петр. Москва-Сити там где-то, Кремль, в тумане, вижу, Кремль, да. Куранты, то есть здесь можно, часы сверять. Но я могу что сказать, что могу сказать я? То есть честно, когда я зашел в отдел продаж, с учетом того, что я парень повернутый на сервисе, на внимании, на обслуживании, это очень важная составляющая, считаю. Я немножко расстроился, думаю, блин, куда пришел, люди не улыбаются. Но с точки зрения продукта, мне все понятно. Я понимаю, для кого. Я понимаю, что все то, что нужно этому человеку, учтено. Это эстетично. Это экономически прикольно выглядит. То, что мы цифры посмотрели, да? Это возможности с точки зрения локации, которая позволяет не только как бы наслаждаться эстетикой, не только наслаждаться местом, не только передавать наследство, а еще передавать наследство, которое приросло в стоимости. Либо даже если произошел какой-то коллапс на рынке, какой-то финансовый кризис, рынок рухнул, ты всегда продашь это в ноль. В ноль. Да, и не в ноль. Все равно это будет прирост. Ну да, там все-таки этот сегмент, да, если мы берем премиум сегмент, он наименее подвержен каким-то колебанием внешнего рынка. Люди, покупающие премиум, у них как были деньги, так они и остались. То есть они их просто не тратят, они их сохраняют, единицы теряют. Слушайте, вы готовите еще какие-то проекты там параллельно? Ну, не говори, какие только. Я не буду говорить. У компании достаточно большой портфель именно земли в Москве. То есть это где-то реконструкция будет, но это все вот прям центр-центр. Есть еще здесь вот на соседнем переулке небольшой клубный дом построится. Вы мне позвоните, я на ушко мне информация придет, мы первые придем. Хорошо, давайте итоги подводить, наверное, да? У нас был там с тобой ряд пометок, давай поймем, насколько мы раскрыли все, что мы хотели раскрыть. Денежное место, энергия денег, монеты. По принципу происхождения монеты названы, да, фасады и доработаны детально определенными группы, культурными мазками, назовем это так. Плюс ко всему это премиум сегмент, и как бы сюда приходит тоже денежная энергия. Да. И в целом это создает такое некое пространство благодатное, да, с точки зрения генерации этой денежной энергии. 18 пинтов все мы не показали. Но мы покажем их планировки, у вас, да, есть рендеры, да, мы это визуально все отобразим.
Стоимость мы сказали, что достойно передать как наследство. Но вам виднее, мне этот тезис нравится. Я в этом тезисе вижу достаточно большой смысл. И реальность в том, что этот продукт можно и нужно передавать при необходимости по наследству. Но я оставляю право вам оценить качество нашего сюжета, качество данного продукта, качество предоставленной информации. Хочу напомнить вам, что можно как самому обратиться, позвонить, я снимаю шляпу перед вами, позвонить и иметь возможность на закрытых продажах приобрести. А я вам могу сказать, что у меня сейчас 5 проектов в Москве на уровне закрытых продаж, где сейчас можно купить вместе с нами. Без нас купить будет сложно. Но помимо этого, нас можно рекомендовать и за рекомендацию получать серьезную благодарность, да, в виде процента от прибыли, которая формируется от нашей работы. И я в этом году строю целый партнерский отдел, где я вот соберу всех людей инициативных и каждому буду индивидуальные предложения отправлять, чтобы вы имели возможность с нами заработать. Вам огромное спасибо, рынку девелопмента огромное спасибо, застройщику огромное спасибо за этот продукт и за ваше время, которое вы уделили нам. Спасибо, до встречи, мы снимаем очень много, поэтому приготовьтесь, проголодайтесь, скоро будет интересно.